В соответствии с техническим регламентом не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзор с места водителя. По ГОСТу лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние и боковые не менее 70%. С начала года сотрудниками отдела ГИБДД по городу Сочи составлено 33 административных материала по этой статье. В прошлом году за аналогичные нарушения госинспекторами технадзора ГИБДД к ответственности было привлечено 268 водителей.